Всем доброго денечка. Готов набор из 7 птичек. Стайка чудесных вот таких пташек, сшиты из льна по моим эскизам и зарисовкам. Где-то в природе вижу птичек, где-то так по картиночкам рисую. Делаю выкройки и шью. Птичек всегда только расписывала раньше. Сейчас придумала делать частичную вышивку. Такая ко мне пришла идея. Ну, она оказалась очень такая кропотливая. Работа долгая. Поэтому пока вот один наборчик. Не знаю, будет ли повтор. Ну, конечно, игрушки шикарные, вечные. Это будет у вас такой... передавать будете из поколения в поколение, если вы приобретете этот набор. Повторять не буду. Если будет еще такое вдохновение, может, еще сделаю. Может, даже не в этом году, потому что к Новому году идей еще много. Ну что, давайте посмотрим, какие птички. Воробушек, дятел, маленькая синичка лазаревка, щегол, свиристелик, снегирь и синичка, самые узнаваемые. Головушки и грудки вышиты у всех, остальное роспись. Глазки тоже вышивка, так что даже детишкам можно игрушечки давать, не опасаясь. Вот, птички, значит, что? Во-первых, предлагаю, конечно, на елочку, прекрасно смотрится на новогоднюю. Прекрасный такой новогодний подарок или себе, или любимым, близким людям. Вот, но эти птички не только на елочке могут жить. Подвешивайте потом на длинную лесочку. Вот здесь такие вот для елочки у меня подвесы. Берете лесочку рыболовную, подвешиваете длинненькую, кого покороче, кого подлиннее на разных уровнях. И к потолку, если есть возможность, или к люстре, ну или еще к какому-то сооружению, чтобы сверху они висели. То есть лесочку почему? Потому что не видно ее. И кажется, что птички порхают в воздухе. И вот такая красота будет у вас дома порхать от каждого дуновения ветерка. Все ссылочки, где приобрести набор, оставлю под видео. Всем хорошего дня!